Я стартую. Я нажала на свою заветную кнопочку. Так, ну-ка прикрой. Они там уже веселятся, ребята. Им уже весело, им уже хорошо. Всем привет. Мы с котенком вам машем. Да, здрасте, здрасте. Мы продолжаем сегодня, ребята. Поздоровайтесь, хватит там писать. Поздоровайтесь, давайте со всеми. Хай. Ну? Всем привет. Дальше. Они стесняются. Да, потихоньку сейчас было здрасте. Короче, ребят, мы продолжаем. Вчера мы наконец-то чуток повысили мне звание. У меня был третий сильвер, стал четвертый. Быть может, мы сможем вернуть мне звездочку, но это не точно. Мы будем очень стараться. Ребятки, всем здрасте-здрасте, кто подтягивается, кто не подтягивается. У меня разрядился браслет, поэтому я его снимаю. В принципе, мы можем начинать, ребят, давайте. Стартуйте. Погнали. Ей! Я сегодня буду это, стараться сильно много не трындеть, потому что я трындежом своим мешаю, да? Да. Да. Вот так вот. Что? По инфе, играем. По инфе играем, все. Ничего лишнего, только инфа. Поэтому Катя... Да. Так вот, ротик на замочек. И все. Я буду взглядом отвечать на вопросы в чате. Я могу замьютиться? Хай. Не надо никому мьютиться. Давайте, блин, нормально, чтобы все было. Вот как мы без стрима играли, было нормально, моментами весело и очень круто. Когда меня не было в Дискорде. Что, это ворона была? Я не знаю. Да это Никита приходил. Пришел, что-то микрофон поорал. Хай. Всем hello, ребята. Сегодня мы будем пытаться мне восстановить звание. И не мне одной. Жеке тоже надо восстанавливать звание. Да? Да, я такого не ожидал. Такого падения. Вот так вот. А все почему? Потому что ты играешь с Катей. У нас спрашивают, мы на венгерском разговариваем, нет? Или что? Только русский. I'm sorry. I don't speak English. But I love you so much, my friends. О, да ты из Англии. Да. А ты не знал? Я, кстати, сегодня без очок, если меня кто-то не узнал. Ребят, это все, все еще я, Екатерина Пряникова. Да, без очок. Ну или без очков, ладно уж, что уж там. Доброе утро из Мексики. Good morning. Hi. Пока у нас скатка не нашлась, я могу трындеть. А когда катка начнется, я буду молчать. Но это не на точно. Испанском. На испанском, скажи, мексиканцы. На испанском? Хола! Как я это? На стримах хентайки у меня уже просто это... Хола хай! Как матерок какой-то. Зато весело. Привет, кот с пиццей. Где моя пицца? А, давай мой кусочек вкусной пиццы. Что вижу, то и говорю. О, наконец-то. Наша игра готова. Сейчас чуть-чуть разминки, а потом доминировать, унижать, властвовать и убивать. Да? А, давай. А, давай, ну давай. На меня лежит скаюха и смотрит, и одним глазом такая. Подмигивает. Угу. Ребята, расскажите, чатик, как у вас делишки? Что хорошего делали сегодня субботним днем?
Я себе поменяла прицел. У меня был какой-то бирюзовый, стал красный. Потому что мне он показался... А почему пусто? У меня пусто. У меня нет противника. О, родился противник. Убивать? Конечно, обязательно. Надо убивать, да. Унись его. Обоссать и на мороз. Заставить снег кидать руками. Почему стрим должен был быть завтра? Вроде сегодня. Ой, здрасте. Я хотела к нему с добром пойти. Хлеб, соль принести. А он мне это... Ой. Больно. Короче, там злодей у нас. На той стороне. Но я даже пикнула в него. Ой, я убила. Хрена себе, прикиньте. Чё, прикиньте? Я кого? Убила. Кого? Чувака. Я вообще убивца. Я... Ай! Теперь меня. Ну, у нас сейчас диглы были. Я с дигла убила чувака. Няш-няшич. Блин, какой прикольный никнейм. Няш-няшич. Я не писала, что завтра. Где я писала, что завтра? Я что, писала, что завтра стрим? Вроде нет. Укусите меня, если я писала, что завтра. А, пью вкусный горячий чай. Там Паша в чате спросил, когда стрим, я ему ответил завтра. Ты злодей! 30 января стоит, это никого не волнует. Я понял. Это получается через год стрим должен быть. 30-го, 13-го. Ой, я что-то не то купила. Ой, дуреха. Все, расходимся, да. Флешка Б? Да, флешка Б. Жек, у тебя там чё чё? Чё? Один. Да, убил. Шорт. Лонг, пол хп. Илюх, выдолби лонг сначала. А, ну лонг. Я иду. Нормально, я не успела дойти. Кусь-кусь? Мне там пишут я кусь. Я считаю, что все белые гранаты из дома. Да. Мужчина? Чё, гранаты решают? Mm-hmm. Особенно ложные. Я? Да. Ой, там двое! Я кричу. Ух. Там бит еще есть. Они мне смог кинули так? Мит вышел. Ух. Xbox. Еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный момент. Ах ты, блин, там еще один. Фыр-фыр-фыр. Ну, хотя бы уронила одного. Бомбу взял, убежал. Сматривай лонг, не знаю. Встань под Б лучше. А, ну понял. Давай. Он на шару. Я мет не смотрю. Я не нижнюю вещь, что смотрю. Он один остался у вас, да? Мид? Хай.
черт, нет. Ай. Минус 50. Шорт, Жек. А, да? Ой, я самый ценный игрок. Крутяк. Это все потому, что я поменяла себе цвет прицела. Но это не точно. А почему у нас перерыв? Че, они читы подрубают? Hello, Zolotek, hi. А, это, наверное, когда в пати 5 человек. У них кто-то выпал, да? Что вы... А, вот сейчас все начинаете передергивать, крутиться, вертеться. Вот это вот ваше. Да-да-да-да-да-да. Маленькие извращенцы. Что это ты такое нарисовал? Ну, я не знаю, это только ты передаешь такое. Это значение. Кто из нас извращенец больше? Есть два оттенка. Два розовых оттенка этой шляпы. Нам всем передают веселье. Спасибо. Thank you. Мид входит. Входит и выходит. Лонг есть. Бомба, бомба. На мид вышел. Где этот? Косёл! Я ничего не вижу! Лошара. Там муркают нам в чат. Круто. Так, все, Кать, собралась. Да? Ты чё, конструктор, что ли? Да. Лего. В следующий раз, когда возродитесь, ну, в следующем раунде, да, посмотрите, два оттенка раз. Лонг идут. Тебя сейчас поджарят. Грена летит. Давай подсужу. Давай. А, давай. Аккуратно. Ах, больно. Он коцанный? Нет. Теперь да. 85. Ну ты красиво умер, я так скажу. А еще рисовать успевают. А я ему минус 36 дал, кстати. Вонг, вонг, выходит. Сейчас авик на шарту засейвит. Ну а что он сделает? В натуре кабан. Подрубать шаринган? А что такое шаринган? Это Наруто. Кто знает, кто знает. Знает это тогда. Я не понял. Капец. Я транжира. Я съела конфету, пока вы там проигрывали. Целую конфету. Там миллион людей там.
Шорт. Шорт давит уже. Ловер ушел. Встань под Б. Лонг есть. Шорт есть. Я тогда шорт смотрю. Ах, нифига себе, больно как. А, да? Минус 71 лонг. Двое идут. Машина есть. Ты попал? Нет. Блин. Досадно. Будет это. Я думал, он пойдет дальше куда-то. Да, гулять. Да нет, просто. Да они беспонтовые какие-то. Они беспонтовые? Да. Владик, а почему у тебя ни одного убийства еще нету? Он копит. Я коплю ярость. Ну понятно. Боксы идет. Ох, ох, ох. Ну вот видишь, накопила ярость и все выплеснула. Ну. Ну, Влад, Влад, предлагаю обмен. Нет. Мы осуждаем. Мочи гада. Где он там? Вот молодец. К-к-к. Что значит к-к-к? Окей. Окей. А, точно. Сейчас он тоже пойдет ярость копить. А, ну может быть. Хл-хл. А кого они обзывают? Как-то грубо. Только одно чудовище здесь. Я что ли? Нет, Паша. Ой, как тебе выходит. Че ты врешь, что не выходит? Ну они тут топают. Да я тебе че? Сначала смог кинул, потом грен. Так, один готов. Так. Куда вот он пойдет? По-моему, еще один топовый люх. Деспаун. Один. Деспаун все-таки. Я дура, я иду. Ну, я хотела. Второй меня тут авик подобрал на Б. Навстречу приключениям. Он чё, суициднулся, что ли, или чё? Чувак такой прям. Он решил умереть героем. Да нет. Дай тебе пикну мид под флэш. Пикни. Пик. Шорт, шорт прошел, прорашил двое. Нижняя темка. Так, флешка. И на нуле есть, и на шорту есть. Блять. Минус 70 на миду. Может нижний. Да, скорее всего, Б пойдет.
Да. Фыр. Ох ты ж, нихера себе. Как это было неожиданно. Что со мной? У тебя лапки. Ты мог. Ах ты, ёпты. Ноздря в ноздрю идем. Дай, пожалуйста, дигл. Катя, дай, пожалуйста, дигл. Тебе дигл дать? Да. У тебя 7000. Ну, а мне уже дали. В смысле тебе уже дали? На нахрен дигл себе. На тебе, Влада, дигл. А у меня еще есть какая-то пукалка. Чё я взяла? Это чей? Так, чё там мы имеем? Я имею. Так, ага, там у них на... На-на-на. Хорошо. Топ мид двое. Да они на Б пойду, скорее всего. Наверное. Да, они уже там. Их двое. В окне. Ой. Отойди. Зря отпустил, надо было просто зажимать дальше. Хотя бы пуля шальная. Шальная императрица. А матрасу, что это значит? Что это там за матерки? Так, все, я без Грэн. Матрасу это тоже Наруто. Короче, у нас там Наруто в чате. Тот самый. Угу. Забирай, Авик. О, давай. Блин, ты все обратно забрали. Уже забрали. Ладно, забирай. Ложи это раньше. Че это? Чё? Где? Кто? Да, надо сейвить точки просто. Мид есть, Влад, тебе идут. Влад, слева у тебя окно. Так, ну походу у нас шарта вышли. Минус 78 минут. Б. Еще один. Как так-то, а? Давайте, собрались. Так, надо мне ППшечку. А ты нам что? А я вам ты тоже что? Соберусь. Куда? Нет. За пивом. Нет. За пивом идет самый молодой. Илюх. Илюх, есть кошелек. Теперь будем. Может, не 18 лет, но я как будто уже 100 миллионов лет прожила в этом грёбаном мире. На Б зашли. Ух. Да. Меня прострелили. Я иду делать суицид за звук успеха. Двое мид. Давай, да? Ну залезай, залезай, залезай. А, как-то... А я не видела. Шорт. Да, шорт. Давай, будем выписать. Косплей? Зачем косплей? Это Б. Это Б.
я понял. Откуда вы? По-моему, меня Сити убили. Да. Да. За тебя отомстили. В секретке сидит. Один. А зачем ты? М? Да, чё, у меня 2 хп было, Дигл, мне похер. Ну ладно. Терять было нечего, в принципе. Любите маму. Любите маму. Любите. А любить как ее надо? Сердцем и душою. Это уже дело каждого. Извращенцы. Вообще. Я ни капли такого в шутку не вкладывал, вам смешно. Чё по инфе? Брызгает. Ну пачка пода. Пачка, да, под. На Б1 пришел. Да фыр, мне куда идти-то? На лонг. В сайте Катя уже. Повремени там... чутка, пожалуйста, только не умри. Они меня сейчас казнят! Там два. Или нет? Ну один где-то. Идет. Ой, умница, господи, расцеловала бы. Что-то изи эйс не ощутил. Наконец-то КС, как и просил Роман. Жаль, что спустя 2 месяца. Ну, работа не всегда позволяет мне делать что-то. Да, да. А? Все. Что? Да, да. Не. Так. Там о своем, о девчачьем. А. Понятно, все с вами. Под Б что-то кидают. Б вышел, Жень. Хоп, они. А я замотанный, да? Замотанный. Я его задамажил. Все. Еще один вышел, Бомбой. Нет больше. Все, кончились. Incendiary out. Эй! Закройте шорт кто-нибудь, пресс. Я посмотрю. Но не закрою, у меня 4 хп. Чё, ей, ты просила по жопе, я дал. Опа, сейчас... Ты меня ножом! Пых сделал, тык. Он на лонгу. Убежал в сторону бокса. Зарашим его! Я с 4 хп сейчас. Ну вот видишь, все получилось. Как? Гы-гы. Еще не вышел. Ой, как у меня собака храпит. То, что ты. Ой-ой-ой, какие там злюканные слова они пишут друг другу. Хорошо, что у меня там камера туда как раз. И вот это все не видно, там вот это безобразие, которое они там с вражиной переписываются. Оно и правильно. Не надо смотреть. Оно есть. Сколько? Я не знаю, топал, что по звукам не слышу. Ой, шорт вышел один. Спасибо, что добил. Я ему ничего не снял. Ну да? У тебя что был? Авик. На Б заходит. Мид есть. Гаси, гаси его, пока он квантик. Ах, ах, ах. Окно, короче, без хп. Я чекаю дверь. Я могу их, по-моему, тоже 49.
минус 38. Вот, взял бы аук и зарашил. Дверь оба. Ой, молодец. Господи, какие они там злые слова пишут, а? Я разве какое-то злое слово написал? Нет. Ну, ты его малышкой обзываешь, или что там, кого? Владик, на. Какие-то вообще страшные вещи. А он мне пишет в плюс, выйди, потом пиши. У меня 18-9 счет. Ну ладно. Зачем покупать броню, когда у меня было? Да чё я буду полураздетая ходить? Что творится? Вы меня стреляете, что ли? Вы что делаете? Злодей. Чемки два. Сейчас. Пум. Пум. Быстро. Что-то Катя еще не собралась. Что-то Катя еще не разыгралась. Когда будет мастер по чпоканьем? Где он? Так, он тут. Прикол. Он в секиру переиграл. Конечно, да, под броней ничего нету. Так удобно, да. Флэш будет, надеюсь. Чулки и галстук. Носки. И галстук, ну и трусы еще семейники. Пески. Опа, там. Мы на бой вышли, если что. Так, к слову. Ну, мид выходим сейчас. Ну, несу тебе пачку. Я покучал, смотри. Еще. А, идет на мид с мной. Без хорс. Спрыгай. Да, на нос. Господи! Давайте еще одному вскрываемся. Выходи, зажимай просто во все стороны стреляй. Ты его напугал, а Влад его добил. Хорошо. Молодец, Владося. Главное, моральная атака. Суицид — залог успеха. Катя молодец. Катя сделала свое дело. Шикушка, привет, зайка. Привет, солнышко мое. Ты люк, всё, давай на плюс вараж. Чё? На плюс вараж. И бомбу. Баскетбол. Ногой. Ой! По-моему, на минуту трое там. У него пол хп, если чё. Нижний тёмк. Нижний тёмк. Ну, выбегай на него, он испугается. Блин, гаси его. А как? 68. У одного 5 хп. Окно. Два без... Жека, 2 без хп. А у меня самого нет. Да, это не страшно. Да, конечно, в самом деле не страшно. Да, чего бояться? Не, не, это 3. Больно. Жек, откроешь? Ну, я слышу. У меня брони нет. С курцами открой, пожалуйста, так тяжело. Открывашка. Лайфхак тебе. О, я с бомбой. Нету. Я на чек. Ай! Слышу. Правда не слышу. За что? Вот как вас еще есть. Как ты сейчас его смоком обманул?
там сейчас на шахте. Будут. Ага, вы на. Ах ты ж! С спауна, походу, уже. Да-да-да-да, вот он. Козел. Фыр. Давайте. Нате. Ну что, что, договаривай. Че, давайте, давай, говори. Я хотел, типа, давайте не закупимся один раунд, типа, и сыграем, а уже все закупили. Следующий тогда. Двое пошли. А че бомбу бросили? На один мид. На сеть ушел. Жень, что у тебя? Ничего, потом. Пошли под Б. А давай. А давай, ну давай, я иду. Внизу сидит. Шорт. Если внизу пьете, то вообще четко. Мид и шорт. Я через Т-спаун тогда иду на Б. Да? Сейчас непонятно пока. Шорт выбежал на мид. Убили его? На миду двое без хп. Угу. Беги, беги на плюс двое. И 52. Ну тебе тёмка. Хорошо. Да, он в тёмке. Готов. Ах ты ж чмо. Капец. Золотек пишет, что мы должны объяснить другой команде, что они должны нам дать победить. Лол. Классная шутка. Че, мы не закупаемся сейчас? Да. А там закупились уже, я слышала. Я закупил. Значит, закупаемся? Жека, значит так, да, сам предлагаешь, сам закупаешься, я понял. Чувствуете теперь, блин, себя на моем месте, блин. Ломки. Ой. Не пойду. Пойдем шорт. Пойдем? Погнали. Есть. Я мид прочекаю. Ах, там в гусе. Или в гусе. Блин, я обивался. А ты где был? Я? Пиво пил. А где моё? Магазин. Чёрт. А, подожди. Хважа с 10 до 10 не продаёт. С 10 точнее не продаёт. Угу. Ах! Изменяется, кстати, если алкашку продать после 11? Mm? Что изменится, если продать алкоголь после 11? Ну по чекам пробивать нельзя. Нет, 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 я имею в виду, ну что дало? Ой, да ничего не дало. Что типа, это? Что, кто не догнался, тот не догонится. Верхний доход 24-часовый магазин. Так, опять выкинули бомбу. Че там на Б? 39 на ящике.
Ой, сама себя дура. На ВП на бот. Что делаем? На миду двое было. Ох ты ж, здрасте, приехали. Прям так, аккурат в дырочку смотрел. Давай, Илюха, тащи. Вляру. Ну ты чё, футболист, ёптать. Мне Золотых предлагает представить, что враги — это снег. Я сегодня победила весь снег. Значит, если враги — это снег, я должна победить всех врагов. Как вам идея? Один мид слева. Мы побеждались так, поэтому не очень. Один на миду. Катя, у тебя точно не видно то, что я пишу? Точно, прям 100%? Да, точно. Да. У меня там камера как раз. Все, это прекрасно. Можешь потом на стриме посмотреть. Да как? Я не попадаю по этому маму диле. Я слежу за каждым твоим словом. Не надо. Одного на балку. Пробовать. Еще один бой. Блин, я вообще каленая. Б, Катя, Б. Я иду. Бегом. На Б без хп один. Добей его, пожалуйста. Давай буст сделаем. Давай буст. Я все равно не являюсь бомба. Но я на Б. Я видео смотрел, я знаю, как делать. Ты что, сел? Блять! Я темку возьму. Отомстите за меня. Сделайте ему больно. Ай, молодец. Ой, как Скалочка храпит. Жек, ты что сделал? Ты сам себя убил. Зачем? Да, я бы успел убежать. А где ты? Я тебя там только ваш. А ты уже купил? Ой, я с бомбой. Три броя мид слева, да. Ой, я сейчас авик этого убью, который на шоте стоит. Почему нет, меня не бой. Я ломку дух. А все, гасите тогда, гасите быстрее, выбегайте вон. Я бегу. Сайт или... Да, сайт есть. Еще мид слева. Ах ты, блин. Только если убьешь его на миду, вообще будешь красавец. Сойди немного код, сойди. Сити. Ну ё-моё, ну вы чё? Всё, давайте. Давайте сейчас, у кого снайпер? Пойдем мид прострелим. На победу, чисто. О, господи! Так, куда идем? Я не поняла. Я прослушала. Я... Двое. Никуда. Мы тут будем с ним. Ой. А, лонгу пострелял под ним. Че ты пихаешься? Сейчас мы придем вместе, умрем. Что тут есть? Ой. Лавра. Ой! Лавр. Вам сайт выбить и все, и дальше шорт. Шорт. Проходи бомбу, кстати. Я его задержу.
Владик, все кочки собрал, прошел. Ах, пать ты его задержал. Хорошо, сбежал. Пулю ебал, но меня задержал. Это что творится, ребята? Мы же проиграем, что ли? Да. Зачем? По приколу. Сливаем дальше. Нет! Я уже и так венки просрал. Дальше вот, что? Звезды? Жди, жди. Сейчас скоро будет, да? Нет! Я с двух калашей, если что, слил. Ого, ну так вы не сливайте свои звания. Че вы как? Че вы как я? Нет. Да. Оно и видно, да. Ну я, сорян, я не умею играть. А сейчас бокс выйдет. А, ЕГГМ, да. Шо? Почему ты шо смотрел? М? Я у Влада спросил. Почему ты в пол посмотрел? Да я тебя не слышу. Почему ты в пол посмотрел? Что впрыгнуться? Бдыш. Ты знаешь, пригнуться, авось прокатит. Фу. Да не, меня там с меда не видно. Видишь? Лисающий. Что значит я был на маяке? Что это такое? Я был на маяке. Был. Что это такое? Ты мне сказал ехать квадрат F3. Я был на маяке. О, нет. Дичь несут. Ну ладно, мы же не токсики, наверное. Наверное. Не, ну я токсик, как бы, я это не отрицаю. Ну-ка, Жень, дай ему втащу. Там. Втащи, он там минус 26. Я же опять задержал. Убил, не? Нет. Давай, зайка, опа. Сзади в 27. Ай! Безобразие. Клатч ор кик. Начинай голосование сразу. Уже начал. За что? Нажимай, да кто? Нет, нажимай. Золотек. Золотеку нравится, как я злюсь. Что значит, я был на маяке? 200 кью прикол. Почему Женя вышел? Все, Женя наигрался, походу. И Женя опять заметился. Не, тут просто я вышел. Зайди обратно. Пустоенный. Чего? Мираж. Мирейдж. После миража лучше. Илюха, Илюх, поздравляю тебя со второй звездой. Я меня повысил. Congratulations. Это повысили. Жень, ты не шаришь. Это повышение. Повышение? А сколько было? У него уже 3 звезды было, нет? Было 3, стало 2. Повысил. У нас, короче, глобал это с первой серии. Прикольно. Ребята, а почему вы звание свое теряете? Надо подумать. Сейчас я открою. Сколько у меня там?
красных страниц идет. Ну-ка. И что-то настроение. У меня всего две зеленых из всего списка. Что значит зеленые? Ну ты зайди это, смотреть в ваши матчи. Жень, скажи, что у тебя сколько у тебя побед, сколько у тебя поражений. Жень, у тебя получше. Алло. Вот, так получше. Получше? Ой. Да-да-да. Очень хорошо. Ты говорил, как будто бы из жопы. Я рад. Я просто подальше, чтобы не дышать в микрофон. Не дышать как бы. А чё, ну дыши. Ты главное томно не сопи. Дышать не надо. Дышите, не дышите. Не надо дышать. Сейчас откинусь. Не стоит. Давай сначала победим, а потом откидывайся. Если не дышать, можно задохнуться, если что. Да ладно. Ауф. Это надо записать в цитаты великих людей. Нет, это кто-то говорил уже. Вот. Блин. Обидно. Сам бы я такого не придумал, то что. О, 100 лет. Нам пишут комментарий. 100 лет КС-ку не смотрел. Стрим напоминает ламповые времена, когда в нее еще в компьютерных клубах играли. Ну, кстати, да, были времена, когда мы собирались. Но правда, я в компьютерные клубы не ходила. В КС-ку поиграть. Мы играли на... Мы играли на парах в техникуме, когда училась. У нас были занятия в компьютерных классах. Я училась на программиста, если кто не в курсе. Вот. И, значит, у нас были компьютерные сети, всякая такая вот лабудистика, что не очень интересно, где мы не программировали, а занимались просто там этой фигней непонятной. Значит, мы на этих парах сидели, играли в КС-ку. Я помню, я попросилась поиграть с пацанами. У нас вообще в группе было 23 мальчика, 8 девочек. Девочек, конечно же, с собой не брали, но я напросилась. Мне тогда дали бросить первую свою гранату. Мне понравилось. Потом, значит, я начала играть в КС-ку. Нам преподы не запрещали. Не, ну бывало как бы, что когда нельзя, тогда нельзя. Когда можно, там нам не запрещали играть. Нам потом даже преподаватели устроили турнир. У нас был турнир между группами, но меня не взяли участвовать в турнире. Я уже потом, когда выпустилась из техникума, когда уже переехала из дома и училась в универе, познакомилась с ребятами, мы там тоже играли, подняли свои серваки. Battlefield подняли, что-то КС-ку тоже там сидели, играли и устраивали соревнования. Прикольно было. А потом мы даже по окончанию соревнований, ну мы все из одного города, и по окончанию соревнований мы встречались в кафешке, там даже грамоты, награждения, все такое. Прикольно было очень. Да. Ламповые посиделки. Вот такие вот истории от Екатерины Пряниковой. О, ребенок храпит. Так сладко спит, тут иногда хочется все бросить просто и пойти с ней обниматься. Что вы там переписываетесь? Ауф. Вот вам видно, да, вот это вот они там ауф друг другу пишут. Поговорите со мной, ребята. Алло. 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 Аллочка. Ух ты, за себя говори. Звезда угасла. И что там, инвалидное кресло? Ну я погнал. Ай, все, наконец-то наша игра готова. А что мы сейчас будем делать? Играть, наверное, что? Не в нарды ж. На мираге. Вот сюда. В чужом городе ребенок четверородного родственника ведет в компьютерный клуб КС поиграть, и все, к вечеру ты со всеми встречными там людьми уже... А, ну да, закадычные друзья, да. Я помню, я ходила, конечно, в компьютерный клуб, но я там играла в поле чудес. Там в КС-ку не играла, там
была пуля чудес угадывать слова. Я вот в неё играла. Двухмерный Якубович? Это я знаю эту тему. Там может такой типа спонсор, там я помню, Сникерс такой на заднем плане. Да-да-да. Он очень жестко говорил, вот эта анимация была, когда типа говорит, это вообще... Да, это было забавно очень. Ой, так, все, собрались. Надо размяться. Поле чудес, лол. Да-да, вот было. Ой. Высоко, наверное, беру. Или не знаю, что. Пульк! Откуда он меня убил? Вражина. Какой-то он... попадающий. Ой. Больно как, а? Не, ну я попала. Что-то, мне кажется, это... Мы сейчас будем немножко... Нам будет больно. Выигрывать. Немножко, не знаю, мне кажется, нам будет немножко больно. Фух, собрались. Собрались, разобрали. Нет. Собрались и в бой. Фух. Да, давайте. Че? Сыгрываться. Каждый раз на одни и те же позиции ходить. Не меняйте позиции. Под Б. Да, под Б есть. Бомбу увидите. Ой! А бомба на мид. Два мид. Один мид. Потом минус. Один шоу. Ну разменяй, Женя. Да я, видишь, я тебя хотел да? разменять по-другому. Да пофиг. Он тебя променил. У него пачка была. Одного половина хп. Они же на миду были, да? На Б в СССР было. На миду двое было. Одного убили. Двух. Тарам-парам. Два плюс два сколько будет? Четыре. Девять. Пять. Между двойкой и четверкой сколько два? Одного. Одного. Пошел мимо. А, она спасла. А парт, наверное, стоит, да. Или карт. Мне кажется, парт. Ой, молодец. Я вот не успеваю, вроде не успел. Успел. А 4 минус 2 это уже не 2. Почему? Сколько? Почему? А, это получается 1 плюс 1. Это все шаг. Я тебя понял, Влад. А 6 минус 3 сколько получается? 2 плюс 1 или 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1? Чё получается? Математика, чувак. Получается перевернутая девятка. А, получается полторашка пива, да? Чё, ставлю повод сходить в магазин. Если ты когда неправильно отвечал на уроках, тебе учитель просил купить ему полторашку? За пятёрку в журнал, да. А парни выходят. Найс. На бой не слышно. А парты еще, а парты еще, Жень. Стиндис под... А, на плюс двое кто-то. Там двое. У них дропов нет. Есть наш. А, ну только твой. Под яму, ладно. Молодцы. Я пока просто хожу, как маленькая ватрушка. Выполняешь свою задачу. Ходить? Как кабан. Бегай по всей карте. Их пугаешь своими. И иногда видит, как бы отыгрывать роль кабана. Если бы они слышали. Я думаю, что этот кабан очень крутой, потому что у него есть нос. Крутой кабан с кутками. Может быть. Да, есть спид. Сколько?
А я не видел, одного видел, значит. Что ж ты не посчитал? Да что, я не умею. Это мы математики там, великие. Ой, боже, что я еще делал? Еще два точно есть, и палац. Два. Я понял. Там покоцалось, хаешки есть, покидайте мне. Я извинюсь. Давай, Лёх, красавчик. А, ниндзя есть. А, в сайде минус 90. Кинь гранату. Кстати. Куда? Да, ниндзя. Пролей, пролей. Вон там человек в сайде, да. Как стрелять с этого говна? Лёх, по пульке. Два 90-х, Лёх. 42 я ему дал. А, ну ты, я тебя обманул. Кабан почти. Почти кабан. Что? Я бежал, но плюс вы не боялся ничего, ты меня обманываешь. Не покупайте. Так что ты... Не закупайте. Не надо было чего? Должен бей. Я тихо сказал. Говори громче. Когда ты закупил еще, да? Ох. Минус один хп, забей. Шорт. Один в палат. 35 от 5 попаданий. Что такое? Меня Максим зовут. Очень приятно. Максим? Тот самый, да. Макам, да. 2002? Это опять либо мид, либо... Пачка топ мид. Или нет, или мне показалось. Или ты не знал? Да. Или ты забыл? Я был в маяке. Я поехал в F3? Да. Ты сказал ехать на маяк, я поехал на маяк. Что такое маяк? Это здание такое. А, ванда. Это такая... Яма. Фыр. С светильником. Всё, Влад, что было? ПВП? Угу. Можно взять? Под окном стоял ублюдок. Что, дурак, что? Я не в окне. Я это видел. Ты в него три, блядь, дроби. Я три раза в него попал, засчитал одно только. Так, все, собрались. Фыр. Я думал трясти просто. А, вот так вот, как дебил. Так вот. Пойдем с тобой, знаешь, что сделаем? Пойдем на мужика. На маяк сходите. На маяк пошли, поехали. В Питер поехали. Такая точка. Питу есть. Арик. Не только. Баксы. Место хп стоит. У меня тоже. Я просто челику наебало прыгнул. Присел потом. Не, на лицо не сажусь. Она ходит по головам трупов. Палас минус 30. Дайте ей спресс. Нет. Нет, дадите, да, потому что я подпрыгнул как дурак. Давай с двух сторон его зажим. И тебе паш будет. А сейчас ваншот! Что это? А вот так вот. Дробь полетела. А-а-а! Это что сейчас было? Сейчас укушу тебя за попу! Так я вызвал крик кабана, что ты ругаешься? Понятно. Я должна делать уи! Да? Кабаны там немножко посвирепее, конечно.
А, ты помнишь, я охоту стримил тебе монок кабана? О, это скример, мы когда с ним играли, я каждый раз пугался. Ой-ой-ой. Ой, блядь, хотела в эту кинуть. Прошел. Да. Еще один идет. Вадик, аккуратно. Шорт. Я сейчас. Шорт, Алик, Али. А, минус 24 обстрел. Сидит свобода. Как они не умерли оба, они должны мертвыми. Вот где ты стоишь, называется шорт, короче. Это где? Да вот там, вот на Б. На Б это большой. Говорю шорт, короче, он такой стоит. Чё? Она его защищала, чё ты. Кого? Вы про чё? Про шорт. Ради друга. Чё? Я ничего не поняла, чё вы там обсуждаете? Сказал, я тебе просто инфу сказал, типа там шорт. Ну да. Такая, знаешь, а вот шорт, типа вот. Там ну, где я сейчас. Ну там просто Владика убивали. Или ты забыл? На стуле. Или ты не знал? На стуле. Пропусти, пожалуйста, палац. А, ну давай. На Б вышел? Блин, а. Два вышли на Б. Одному минус 14 дала. Минус 51 мид. Он бежал немножечко за мной. Шорт. Куцаный шорт. Зайка, что ты? Поменяю расцветку на клаве. Не ожидал? Клипа нет, правда, 10 друзьям пусть тоже испугаются. Алло, слушаю, да, внимательно, вы кто? Здравствуйте. Добрый вечер. Я из компании Oriflame, меня зовут Макам. А я хотела сказать, я диспетчер. Ну ладно. Ну, добрый вечер, удачи. Да поздно уже не весело. Ты попал в него? Я слышал. Ребята, это еще выход подаю. Maybe. Да нет, не maybe уже. Это maybe, baby. Maybe, baby. Хорош. Боже, что за говно? Один мид АВП. Кия. Угу. Так куда пошел? Шопим по дропу. Мемочка. Могло такое чувство, что ты меня... Один на шорту. Да я тебе сколько там хп снял? Половину, наверное. Не надо в меня стрелять. Вадик, хочешь? Ах, там вы... Давай, в прыжке. Ладерум называется это. Давай, еще один. Зачем вы в меня стреляли? Кто в меня стрелял? В тебя никто. Я в землю стрелял рядом с тобой. Кто в тебя стрелял? Надпись поперек экрана про Ф меня не напрягает. А что, напрягает надпись? Да, нажми ее один раз. Ее больше не должно быть. Ну ладно. Нажму, когда вылезет. Я просто на нее не обращаю внимания. Ой, убийца. Или ты забыл. Или ты не знал. А, под Б двое. Так что я пропускаю. А,
А, я пропустил уже самого. Забей. Пропустил уже в машине? Да, машина. Запрыгнул, машина. Бомба упала. Вот лежит, видишь? Не видишь. А вот она. Видишь на карте теперь? Прям за сервис слева авик у тебя. О. Спасибо. Жек, смотри шорт, а? Я посмотрю, чтобы мне в спину нет. Кто на меня сел? Это турель. Ладно, я шорт возьму. Он может скинчено выйти, как? Вот да. Шико, хорошо, я тебя поняла, малышка. Если что, я буду кричать. Только да. А вас чем? Неизвестно, да? А, он на Б. Он убежал в сторону телевизора. Кия ушел. 30 телевизор. Получается. Ну да, да, да. Посиди на мне. Так, где ты у меня? На свою вкусняшку. О, ОВП, посыпал. Должен будешь. Ну ладно. Кто где? Непонятно. В этом классе есть один. А, мид. Коннектор. Нет, больше нет. Палас. Ааа, минус 96 на миду. Или как это? Пит бомба. О, мы его добили. О, у чувака аватарка гусь. Розовый гусь. Дайте в голову. Гусь. М? У него ник гусь стоит. А, да? А я не обращала или внимания. Забыл. Или ты не знал? Забудешь, да? Гусь? Запомни, а ты забудешь. Погнали. Вперед, за победой. Какой? Не знаю. Нам нужна победа. Так, там... Это под Б. Вот что там выходит? Ах ты, больно-то как, а? Кар. Я думал, там Жека вышел, не боялся вообще ничего. Бесстрашно. Алло? Алло? Я замутанный, да? Ты сам себя там мутаешь, что ли? Да, я кушаю. Приятного аппетита. Так вот почему мы проигрываем, да? Мы не проигрываем. Ну... Илюх, ты мид пойдешь, да? Кусается, щипается очень сильно. Зажжу. Кто кусается? Гусь. Щипается. А-а-а. Ой, а у меня есть история про гусей. Вольница. После докатками тоже будет история. Жили-были гуси. Не-не-не, не такая. Какой-то там бабу гусь.
Там на миду двое. А, на пачку. Коннектор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потусемочка хотите? А истории про гусей? О, ребята, мне написали, что я официально единственный человек, который говорит «ня», когда злится. Лошадь провокация. Почему? А чё, это не так, что ли? Уже лет 5 не был так заинтригован. А? Ебать этого в рот. Простите. Вырвалось. На этом утвердит. А, короче, тикет. Ай-яй-яй! Гусь! Один на выходе из коннектора был. Мы прям идем вот вообще ноздря в ноздрю. Артём, а заинтересован и заинтригован ты историей про гуся или игрой? Давайте сэмочку, что ли, тогда похожу. Коль у меня так сейчас удачненько получилось. Я тебе давно говорил, покупай калаши, эмки. Давно пора уже. Да. Ой, под Б. Помоги, спасай. Гусями? Хорошо, я расскажу. Мой ландер, это помните? Просто по инфе пошли. История про гусей. Когда я была маленькая, мы гостили в деревне у бабушки. Было лукошко. Такое вот, вот прям вот такое лукошко. В нем был там всякий корм, там пшено, всякое вот это няк-вкусняк для домашней птицы. Но я была маленькая. Я пошла кормить там цыплята, утята и гусята. Ну и значит, они меня окружили и щипали за попу. Как они посмели вообще? Вот так. Я стояла и плакала. Потом тебе понравилось. Нет. Да, ну вот. Стерс был. Вот, полз. Ладно, конечно. Подлесен. О, меня зарезали! Гусята окружили. Там гусята окружили меня. Короче, вот так я стояла, держала это лукошко и не отпускала его. Мне мама говорит, я смотрю в окно, дочь стоит там, ревет, вцепилась в это лукошко, не отпускает, а ее там цыплята где-то там за сандалики клюют. Гуси за жопу щипают. Зачем бросил? Я не думал, что бомба у меня не заметил.
Безобразник. Ух, ух. Ух. Окно. Нормально так. Вообще нормально. У всех есть странный опыт с гусями. Хорошо. Странный опыт с щукой. Что? Я как-то плавал, а меня щука за задницу укусила. А с карпами у тебя не было никаких странных историй? То мало ли. С карпами? Ну там, ну ты понимаешь, да, о чем я? Нет. Забрал, главное, что ты нервно смеешься. Кстати, минус 48. Шорт. Они все на Б. Да, Жень, 20. Пип-пип-пип-пип. Только не карпы. А что такое про карпов? А забей. Ну-ка, нет, подождите. Ну-ка. Интересная история. Аккуратнее, там гусь. Вешает что-то непонятное. Кар? А, шорт. Карп? Да-да, карп. Да они окружают! Не, ну я тоже взял эмку, мог бы ему на реакции в башню дать. Все, иду с калашом. Есть вещи, которые лучше не знать. Челик, кстати, наверное... Ой, да. Всё, у меня язык и жопа. Соберись. Это Челик написал в чате, да? Да-да-да, что есть вещи, которые лучше не знать. Про карпов. Да, и он, наверное, вот. Шарит в этом. Ну вот, наверное, он с вами в теме. Окно есть. Окно есть. Нету. Есть. Еще что? Нет. Теперь есть. Двое шо. Ах! Подстава. Гад. Гнида. Да хитфу на него надо сделать. Могу Жене хитфу сделать. А если ему не понравится? Чего вы приседаете? Если вы в своей квартире... Нет, два раза делаю упражнение, да. Спина болит. Кто-то у тебя скин такой с усами ставил. Опять бомбу бросили. Я не знаю откуда. С коннектора, скорее всего. Кто-то бросает детей, а мы бросаем бомбу. Так, что там на А? На Firebox. Ай! А почему тебя убили? Потому что гладиолус. Ох уж это гладиолус. Черт, у меня тоже жеп. Жеп. Где они? Вот тут. Вон там? А, вот этот как его, трон.
Ах! Стой, стой. Сейчас зарежет нафиг тебя. Красава. Тупо барбе, барбе. Барбе. Да не что оно такое? Мы что, опять проиграем, а? Да. Нет, пожалуйста. Ну сейчас мне до звезд скинут звание и будем играть нормально уже. Пацаны красиво играют, ребят, слышали? Слышали? У меня отличные кого? Тиммейты. Спасибо, нет. Спасибо. Спасибо, Артём. Спасибо. Это, скорее всего, сарказм. Навряд ли. Не, ну, ребят, объективно, вы лучше меня играете. Видимо, не лучше своих противников. Ну, противники бывают иногда... Окно или шорт? Окно. Аккуратно. Сити. Отзвонил его, отзвонил. Можно плентить. В окне готов. Я иду, 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 иду. Защищайте только меня, пожалуйста. Сити, смотрю. Так, я пошла спрячусь. 90, да, минус 70. Ах ты жопа драная! Я зачем-то на лестницу поднялась. Блядь, это же тот, который Твиттер создал против меня, чёрт. Как его там? Сюда, не думаю, это же дефолт. Он минус 60, Жень. Угу. Ай, молодец. Вот это... ВП застрелил. Своё же, у меня, то, у меня там так и поедет. Спасибо за информацию, видите, как важно. Сейчас бы я, блин, пикнул за СВП и не убил. Так я тебе уже 3 раза сказал то, что он... О, да, спасибо. Но дошло мне только с 3-го раза. Ну да. Дальше. Бог любит троить. Опять бомбу кинули. Ардиски. Сама её кинула ты. Я кинула? Я не кидала. Да вы кидали. Они написаны, чья бомба шорт. Моя была бомба? В окне. В окне. Шканайфер. Шканайфер. Ууу, ёб твою! Один коцник. Слева? Зачем ты перезаряжаешься? У тебя еще 25 патронов. Не знаю. Кто тебя этому научил? Я не знаю. Никто. Сама. А может и не сама. Может когда-то... Когда-то, наверное, получила трячек. Я пошел курить. Один в окне. Лох, хорошо. Пока шорт есть. Блин, вообще поздно. Чё, иду ставить, нет? Да, только накраситься не забудь. А, всё. А ты где? Давай. Поставила. Успела. Опа. Ты ж... А чё вы кидаетесь? Чё, опять на А? Возможно, зарашит ковры, так что аккуратнее. Чёрт, я не... Прикиньте, я навелся на него и стрелял вот тут. Шикардосик. Так, там стоит на Сити. Один на этом. На шарту убил. Тикет. Дурочка. По второму чё?
где? Ой. Коннект. Может, Сити пойдет. Сити пойдет. Че ты там нарисовал? Мордашка? Умничка. Б. Ну пойдемте на Б. Что-то как-то не на Б. А я тебе спаун раш, пойдем бы быстрее, 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 быстрее. Хорош. 2 минус 1. 5. Важно, что это 30 секунд. А парты двое идут. Илюх, ну не так быстро. Ну что я... О, сейчас там чуть жарко им будет. Право. А нет. Кичен чистый. А порты последний. Фу, готов. Я лутаю на форесте, пожалуйста. Жеп. Успел? Успел? Спасибо. Че успел? Догоняй по очкам. Чего я успел-то? Да Влад успел, я там не засейвил. Сюрприз рум. Ты уже испугался, что не успел? Да, да. Получается, если я только один раз это испугался. Че по инфо? Коннект. 1-2 убил. А че нам? Дай двое. Трон один. У них эко, заходите, пожалуйста. Один прям на дефолте. Джангл есть, да? Или это сети был? Либо дай бомбу, либо это. И ты ставим. Так, со мне больше стрелять нельзя никому, иначе меня забанят. А ты по мне стрелял, да? Нет. Это ты по мне стрелял, да? Нет. Это Владик все. Потом ты запомни, пожалуйста, вот, вот этот вот момент. Сколько это времени, да? И посмотри потом на стриме мое выражение лица. Оно адресовано тебе. Время кушать. Согласен, пойдем. Пойдем. Я вам сейчас пойду. Пули покушать, честный мид пошли, ребята. Так, так, я сейчас карма. Аппараты минус 25. Мне кажется, коннектор близко. Да. Убил. Шорт будет. Или ладер. Подсадишь меня, я сейчас позапрыгну. Окно! Убил его. А там Стив. Молодец. Сади, сзади, сзади, чел. Это он, наверное. Все. Ласт сзади. Спаситель, вот. Пять. Ласт ва. Спасите. Это гусь, он сейчас вообще... Убили гуся. А я рассказывала историю про убийство гусей. Cool story, Боб. Уже убийство. Так я стоял обиду, когда они меня окружили. Стало сильнее. Нет, это не про меня даже история.
Да про маму мою. А, она посла там. Вашка есть? Не, у меня нихуя нет, я забыл купить гранаты почему. В сайде. Прям вот в сайде, да? Кто этот молотов кинул, признавайтесь? А, не вижу его пока. Закрыл. Или еще. Окно, 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 окно. Аккуратно. За фаером МБ стоит, да. Почти снес. Или здесь ниндзя. В ниндзя скорее. Найс. Под этим, под как кеттер, да. Убил. Или ты забыл. Или ты не знал. Или я знал, но не знал. Джангл? Блин, не зажимай так много. Я постараюсь. А-а-а! У меня иногда отключается голова, поэтому я иногда много стреляю. Может быть, А пойдем? А пойдем на А. Ты мне говоришь, что моя мама гусиный Гитлер. Нет, моя мама не гусиный Гитлер. Вперед! А что бомбу-то? Я возьму. Да ты, наверное, скинул и потом... Я тебе сейчас подойду и по жопе дам. А давай. Ну давай. Окно есть, джангл есть. Фрост, привет. Трехочковый. Монстр слайм. Че имеем? Это. Один между. Я почти убила его. А если он выйдет с... Сети чист. А он один остался. Он выйдет, Паш. Диспаун, наш яма. Ну смотрите. Он джанг сидит. Обманул. Я пошумлю. Женя на коннектор убежал. Женя, цыганский байтер какой. А ты где? Ой, молодец. Бамс. Где второй человек? Я убежал от бомбы, чтобы не взорваться на последнем раунде, да. Рассказать историю про убийство гусей. Хорошо. Значит, слушайте историю про убийство гусей. Ну, все уже прекрасно поняли, что из деревни я родом. Значит, да. Мама моя, когда была маленькая, но она в деревне жила. Маленькая деревушка там, господи, была. Ну, не суть. Значит, бабушка пошла рубить гусей. И говорит маме, а мама у меня маленькая была еще, там, я не знаю, годика 4, может, 5 было. Она и говорит, доча, неси двух гусей, рубить будем. Ну, мама подходит, значит, к гусям, берет двух гусей вот так вот, обнимает их. Ей их было очень сильно жалко, она их к себе крепко-крепко прижала. И получилось так, что она их пока донесла, задушила. То есть она принесла бабушке двух гусей уже мертвых. Вот так. Стартуй. Убийца. Я, убийца, короче, да. Вы, конечно, извините. Куда нет, тебе надо? Шоу. За сигаретами сходить. Не надо тебе за сигаретами сходить. В смысле, в магазин или куда? В магазин, да. Не-не-не, не надо. Нет, подожди, давай стрим закончим, потом пойдешь. Ребята, я на секундочку отвлекусь, прям на минуточку. Меньше. Меньше. Мне надо было взять крем. Женя, уже поздно как. Этот поезд не остановить. А? А? Что ты говоришь? Я говорю, этот поезд уже не остановить. Какой поезд?
Ну то, что катка ищется, а Женя хочет в магазин. Ну, не хочет Женя в магазин. Я и есть мисс Хентай, да, ребята. Кто не в курсе, там вот в чатике спрашивают. Я и есть мисс Хентай. Ты чё, русская, что ли? Девушка! Ай, Фрост, боишься некоторых очень любимых людей так задушить в порыве? Ну, конечно, это... Можно задушить. Ай... Я, короче, готовилась к стриму, когда потом не помазала кремом свою татуировку, и она прям так некомфортно сейчас было, тянула кожу, поэтому я отлучилась за кремом, чтобы ее помазать. Еще недельку, она будет у меня чесаться, облазить. А потом все будет хорошо. Я буду модная, сковородная. У меня замечательный музыкальный вкус. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Модный, огородный. Ну, возможно. Спасибо, Илье, за этот чудесный прикол. Когда будет новая музыка с пикантными девушками? Сегодня утром было. Было же сегодня? Чего было? Не помню. Видево. Видево было сегодня утром? О, блин, а я... Да, по-моему, было. А ты лайк не поставил? Одно. Я? Я дизлайки всегда ставлю. Понятно теперь, кто дизлайчит. Или ты забыла? Или ты не знала? Я не знала. Показать татуху? Ну нормально видно не будет. Вот. Потом фотку выложу в сообществе, когда уже все готово будет. Ловец снов. Вот так. Решилась наконец-то. Нравится 50 Cent? Я поняла. Спасибо. Эх, сейчас бы скорострелку на разминке купить. Кого купить? Под что? Плёточку. Плёточку? Зачем тебе плёточку? О, какая тут большая карта. Ой. Я сюда никогда не заходила, по-моему. А какую ты себе сделал? Ой. О, нифига там никнеймы какие. Я был на маяке. Ты был на маяке? Что это такое? А я тебе потом скину, ладно, так уж и быть. Я не попадаю. Но надо учиться играть. Мне надо мышкой быстрее елозить. Под свою музыку затащить катку? Не, музыку мы включать не будем, потому что на музыке авторские права, на прянички я не хочу, чтобы у меня были нарушения. Ну, не нарушение, а... Ну, короче, с пряничкой хочу поаккуратнее. У
любите маму, да? Страйк не дадут, но могут быть... По жопе точно дадут. Да. А страйк это то, что в боулинге, типа, выбивают? 9? Да, там не 9. Там больше. 10. А, так вот что это такое страйк, а то все говорят страйк в ютубе. Ледничок. Понял. Ледничок. Опять он урашит. Бандит, да? Что, Жека? Ой-ой. Вот ты там сам справляйся, меня хватит. Опять. Хера себе. Чё могу? Ты фырка. Типа жопе дам. Кто? Кто? Кто в меня стрелял? А кто был на маяке? Гусь. Гусь, выберусь. Авторский рисунок от художника-татуировщика. Абстрактный рисунок. Космос, мироздание. А, да? Прикольно. Звучит интересно. О, а, да? Двое лонг, мид. Най! В смысле, ты помог меня добить? Не дал добить крипто, он шо. Денег нет. Но вы держитесь. Да. Делал. Нет. Сори. Мы на хентайке делали стрим с пультом, в котором я использовала треки со своего канала. И мне пришлось потом этот стрим благополучно удалить. Из-за нарушений. Там двое. Аккуратно. Поджарят сейчас. Да что же они нас жарят-то так? Нет, вот, ты видел этот флик? Нет? Да. Нет. Пишта верная, блядь. Продал меня. Бумаги. Ну а что мне оставалось делать? Слева, Катя. Опять всем рассмотрит. По жопе. Давай, где ты? Я передал. Ладно. Я тебе потом поговорим. А, давай. Ну давай. Потом все обсудим. Я тебя зарежу. Завтра в 4 за школу. Привет. Нет, не новый. Просто голову помыла. Ох, Володоська, что делает? Ой, флеха. А, это... Там в окне! Я ему дала 20. Как твой пальчик, расскажи, напиши. Болит? Взял монитор, сломал. -87 минус. Ебать, пиздец. Терминатор. Вообще. Ну хорошо, что не болит. Взял, выкинул машину для убийств. Спиздили заложника.
Ой, молодец. Ты его не теребонькой, пальчик свой. Пусть заживает быстрее. А я можно буду? Тебе можно. Пойдем. Пошли в душ. Пойдем. Пошли на кухню, там кран. Ребята. За мной. Можно, пожалуйста, без меня? Осуждаем. Ты снимай. Мой, моя психика этого не выдержит. На лонг выйдет сейчас. Ах, лошара, я даже ни разу не попала я. Кошмар. Ну ты что? Я-то что? Все нормально, пусть идут. Все, ребята, вам разрешают. Идите на кухню к кранику. Ну, ты тоже с нами пойдешь. Ладно, погнали. Ебай. Отличный художник Артему попался. Ну, здорово, слушай. Круто это. Ой-ой-ой. Аккуратно. Ага. Лежать. Где? Там будет. Капец. Я напугалась. Бу. Бу. Я отвлекся на этого. В чате дебил. Да зачем ты отвлекаешься? Интересно, чем спор закончится. Все должно закончиться нашей победой. А мне кажется, ага. Боже мой. Кошмар. Что, моя девонька? Что такое? Каюшка проснулась, лежит, смотрит. О, господи. Любите девушки простых. Любите романтиков. Мама. Ох ты, ёбушки-воробушки. Там двое было.
Пипец. 94. Досадно. Ах, тьфу. Все, погнали убивать. Алло? 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 Аллочка, ты сейчас умрешь. Похоже на правду, кстати. Ой, прости. Вон, видишь, ах, 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 ах ты, блядь. Вот ты Аллочкой умерла. Вот так вот. Я не Аллочка. Я знаю. Молодец. Бля, что творить? Ты это командный чат написал? Пихуй. Что вы, солнышко мое, смотришь? Я встану, окошко закрою. Что тут? Ой, умница. Люсп. Ребенок уже свернулся клубочком на кровати. Она замерзла. Поэтому я вставала закрыть окно. Сейчас она, по ходу дела, пойдет ко мне на кресло, потому что я ее в носик еще чмокнула, и она все. Любовь проснулась. Ну, привет. Жек будет сейчас у тебя. Что, что, что? Это был херовый флеш, Илюх, я тебе скажу. Офиса есть. Молодцы. Да? Да, скаешка. Скажи, ребята, молодцы. Команда огурцов. Чего ты грустная, зайка? Закупив амуницию. Идет на лонг. О, что такое? Что, малышка? Ну, возможно, мы скоро будем заканчивать. Ребенок что-то начинает хныкать. Ну, по счету это третий, как планировалось. Долбанный этот опарыш. Я его из друзей сейчас удалю.
Чем тебе сдал? Он в корык зашел. Скаюшка, сейчас мы закончим. Ах. Ля какой, смотри, да? Досадно. Ясно, понял. Ты мазива. Угу. Ну что, малышка? Потерпи чуть-чуть. Ау. Последний в этой, блядь, ебаной нычке. У них на диспауне. Окошечко. Не вылазь, по. У него 11 хп. Я бы нормальный пистолет взял, ну ладно. Я бы тоже не буду. Хороший пистолет. Умница. Что такое, девочка? Ну потерпи чуть-чуть. Давай мама доиграет. М? Хорошо? Дай пройду. Еще один в окно. Коннектор минус 81. Тебе дверь открыть? Сейчас, секунду.
А дверь открыла. Она сама-то никуда не пойдет. Она вернулась за мной, типа, ну чё, мам, мы на улице-то идём? А мама злодейка. Влад, ну ты зачем туда пошёл, скажи, пожалуйста? Ой, трое лонг. Ах. Сейчас, дочь, сейчас. Ну, скоро мама закончит. Какая нога призюлька. Ваш купи, Влад. Не-не-не, не надо, не надо, не надо. У вас травма. Ну так. У меня тактика. Тактика, галактика. Ого! Пролетела Грена мне. Там еще один, аккуратно. Илюх, если что, оттягивайся, тут приманка, короче. Ух. Най. Детеныш хочет гулять. Ой, нифига, через дымы снял меня. Ну, девонька моя, мы же с тобой вот ходили. Мы же вот ходили на утку. Чел говорит, за теров вообще ничего не отдадут. Сейчас начнутся смоки и молоты. Как обычно. Ну, мы будем по той же тактике играть, что и вчера. По какой? Ну, давай. Че за тактика? Просто ссать на них. Я готова. Чай там говорили, значит, ни одного раунда нам не отдадут. Пиздобол, если один раунд пожал. Зарашил один. И так они выигрывать собрались. Давай, давай, иди. Он там не один, наверное. Давай, давай, пацаны. Флэшбэк. А, я не поняла вообще. Я вообще не поняла. Выйди. Вот так. Справа. Их там двое.
А Шикушка вафельки напекла. Я видел. Капец. Я вафли захотела. Шика, ты заводейка. Сейчас, дочь, потерпи чуть-чуть. Сказали, ни одного раунда не отдадут. Я им уже написал. Пиздобол, получается. Че, будем их рашить прям по-жесткому вообще, ну, как да. ОМОН? Давайте. Я готова. Дифузак, бить. Заложник. Жопа драная. Сейчас потерпи чуть-чуть. Иди ко мне. Ой, солнышко, господи, какая грустная собака. Блин, дурак, ясно. Ну да, да, получается, дурак. Получается, да. Ну неси маме носки. Где мамины носки? Неси носки. Ищи. Она носит носки. Это игрушка. Она гулять хочет. Это игрушка. Я говорю, носок неси. Рашит, ребята. Сзади обошел. Минус 69 мид. Они обозлились, обиделись. Да. Сейчас мы тоже обидим. Русского производителя позовем. Все, мы отвлеклись на игрушку. Гоу-гоу-гоу. Пусть этот там даун рашит. Ну не маяч. Прости. Из стороны в сторону, как таракан. Почему как? Ой. Писька таракане. Двое в бумаге сидят. Бумажные черви. Справа. Ага. Он был быстрее меня. Ох ты.
потом покупать. Ты носок неси, мамин. Где носки? Где носки мамины? А? Вон на стуле носки нет. Игрушку хватает. Теперь это твой носок. Че, Жек, пошли через лунг, как умеем. Со смоком, да. У меня граната только. У меня смок есть. Сейчас поставил. Как ты его там так кидал за фуфырина? Не знаю. Ладно. Об стенку. Говорит, я не знаю, тогда всего я научился. Еще один. Хорош. Все. Скаюш, не надо, не надо, не надо на стену. Фырка маленькая. Слева. Чё? Неси игрушку, неси игрушку. Игрушку неси. Или носки неси мамины. Дайте мне по 250, пожалуйста. Скай, не надо на шторку прыгать. Сейчас, сейчас, мы доиграем. Я быстро. Хорошо, дочь? Блин, ребенок, ну вот это тут на паузу не поставить. Блять, пиздец. Прям в труп. Скаюш. Ну пожалуйста. Сейчас пойдем. Мама не может просто так бросить игру, понимаешь? Сейчас мы проиграем еще два раунда и все, и пойдем, да? Сейчас камбэчить начнем. Или... Да, да, да. Нет, мне надо уже и ребенка вести гулять. Мне надо было за сигаретами идти, так что. Если она мне навалит кучу, я тебя убью, приеду. Давай. Зайка, не прыгай на ш... Я тебе по жопе дам. У нее прям вот, она знает оружие. На шторку прыгать. Я белый. Я черный. Бывает. Зайка. Что такое? Справа. Там двое аж на. Одному минус 40 дала. Да. Ты поиграйся с игрушкой пока что. Эйс. Слишком милая. Yes, вот так, yes. Амстаф. А мы-то типа он кушать хочет? Постоянно. Американский, стаффордширский питбультерьер. Фига себе. Машин. Да, для убийств. А по факту лапочек. По факту жопа у нее битая будет. Скай. Вайн. Рррр.
Скайка. Скаюша. Ух ты, фырка маленькая. Там один был? Смотришь, да. Слева. Это факт справа. Неси варежки мои. Где варежки? Я думаю, мы следующую неделю без офиса проживем. Я тебе еще вчера сказал, никаких офисов. Мне кажется, тебе пора револьвер. А почему вы так на офис реагируете? А? Реагируете. Только на Влад реагирует. Ох ты прям. Писька тараканья. Надо передохнуть, да, все. Сейчас мы проигрываем, и я иду гулять ребенка. Ты чё, я пойду без носок тебя гулять, что ли? Я пойду без носок тебя гулять? Где мои носки? Где мои носки? Я пися. Там пися у нас. Ну, вернее, не у нас, а у них. Господи, как хорошо, что у меня это закрыт чат вебкой. Скаюш, ты сильно дерешься. Все. Поражение. Кошмар, какой кошмар. Ну все, ребята. На этом звездочка у нас не получена. Путь к звездочке, я думаю, будет не такой быстрый, как мне хотелось и мне казалось. Ну что ж, ничего не поделаешь. Увы, ах. Да. Хола! Вот кто-то только приходит, а мы уже заканчиваем. Ребят, всем спасибо, кто присутствовал. Спасибо за игру, котятки мои. Я отключаю трансляцию. Мы с ребенком идем сейчас гулять. Все, всем бай-бай, до скорой встречи, увидимся уже с вами на следующей неделе, завтра у нас ничего не будет, завтра у меня дела, вот, поэтому на следующей неделе, ребят, на выходных я планирую поиграть в кошмары, а через неделю как раз выйдет кошмары 2, и я буду играть в них. Поэтому, если что, имейте в виду, если мы также будем встречаться пятницу, субботу, то один из дней будет что-нибудь пил-пил, второй день будет бродилка-проходилка. Ну, в любом случае, буду стараться делать анонсы. Все, ребятки, мне пора. Всем пока. Чмоки-чмоки в обе щеки всем. Всех люблю, себя больше всех.